Всем привет-привет! Сегодня Арина решила проэкспериментировать и сделать слайм с пенкой для бритья. Я не знаю, со пенкой мы никогда не делали слайма. Ну, давайте попробуем. Ого! Класс! На данный момент мы просто смешали клей и пенку. Размешиваем. Попробуем немножко по-другому сделать. Здесь, мне кажется, у нас не получается. Сейчас попробуем добавить активатор в клей. Да. А потом уже пенку. Да, потом пенку. Подожди. Давай посмотрим. Попробует сейчас клей канцелярский, который мы точно знаем, что он схватывается с активатором. Так, откладываем эту миску. Иду. Брак. У нас остатки еще с нашего видео про слаймы. Пожалуйста, смотрите, если вы не видели, как Арина делает мастер-класс по слайму. Как лизун получается у нас какой-то. Еще там. Все. Ну-ка, мешай теперь. У нас... Ну что, что ты чувствуешь? Счастье? Как будто облачко в руке. Можно просто пенку для бритья налить, и будет тебе облачко. Оно нежно-зеленое такого получается. Не знаю, если видно на камеру, но реально классно. Если вы давно не видели своего ребенка счастливым, купите ему пенку для бритья, клея и стиральный порошок в качестве загустителя, жидкий стиральный порошок. И будет вам счастье. Посмотрите, сколько... Случилось. Получилось? Только обратно уже не клади. Зачем? Ну-ка, кладешь? Ну-ка, давай цокай, цокай. Тихо, тихо. Слышишь, как цокает? Кликает. Кликает. Дай хоть потрогать. Держи. Во-первых, он не пачкает руки. Он намного приятнее. С пенкой для бритья намного приятнее. Оно мягенькое. Ой, порвался. Дорогие подписчики, специально для вас мы будем это делать на столе, чтобы было видно. Ставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Мы знаем, что очень многие зрители нас смотрят без подписки. Смотрите. 100% почти. А Карина все жмякает свой слайм. Так, давай посмотрим, что мы купили вчера. Это мы купили для украшения стола новогоднего. Год быка серебряного, да, по-моему, или белого. И мы купили вот такие вот украшения. Свечечки поставим. В этом году мы будем приглашать гостей домой. Вот такие салфеточки. Вот это мне очень нравятся, салфеточки. Их надо свернуть. Смотрите. Вот так сворачиваешь и... Сверху кладешь Дедушку Мороза. Вот так сворачиваешь и Дедушку Мороза. И вот на тарелочке будет такое украшение. А можно порезать? Не, не надо. Все будет очень прикольно. Так, что еще у нас есть? А, у нас еще есть вот такие украшения для... Это можно либо на праздничный торт, Christmas cake поставить. Мне кажется, это на торт, а это на салат. Нет, это мы будем на салаты и то, и другое ставить украшение. Чё, вот что мы еще купили. Смотрите, мы купили гирлянды для украшения улицы. Вот такие. Вот это лазерные. Это мы шоу будем делать. И будет у нас на доме такая вот картинка. Так, я предлагаю сейчас развесить, а когда будет темно, проверить, как оно работает. Хорошо. Вот, Аринка, смотри, мы распаковали, она работает. Чтобы мы это на елку повесили, реально. Она работает. Да ладно, на улице украсим. Все, пошли украшать. Так, ну происходит это вот примерно так.
Вытягивай. Через отсюда или уже? Отсюда уже. Пойдь. Я представляю, ночью, наверное, будет намного интереснее смотреться. Да. Арина разбирается с инструкцией, с лазерным шоу. Может быть, у нас будет лазерное шоу с Дедом Морозом и оленями. Угу. Если я это построю, конечно. Там инструкция есть на греческом, читай. Я делаю так. Беру вот это. Потом это съемаю. Давай, давай, в жизни пригодится. Потом беру вот это. Так. Вот потом вот так вот. Это туда зачем? Это лишняя деталь, оказалось. Либо вот это лишняя деталь. Арина никак не может успокоиться со слаймом. Добавила зеленой краски. У нее теперь он получился зелененький. Как раз новогодний слайм я сделала. О, новогодний слайм у Арины! Ну-ка, давай посмотрим, что получилось, и поедем в магазин. Ну, давай в мисочке делать, а? Окей. В мисочке. Так... Все в этом слайме, в глиттере. Все? Ну, давай, размешивай, посмотрим. Это в руках надо. Мне выйдет новогодний слайм. Я бы фонарики туда добавила. То вытащит, как наша ёлочка. Нет, фонарики не получится. Красивые. Мне кажется, еще можно немножко. Смотрите, что получилось. Давай. Дед Мороз приехал домой. К нам гномик тут пришел. Это не гномик, это Санта-Клаус. Это гномик. Он теперь здесь будет жить. Хорошенький? Гномик. Вот смотрим, что у нас получилось. Гномик. Вообще-то, я думала, это Санта-Клаус. Арина говорит, что это гномик стоит. Видно. Такие Дед Морозы, снежинки, лошадки. Дед Мороз прилетел. Такой теперь у нас украшенный двор. С Дедом Морозом летающим. Сейчас мы с Ариной хотим объявить новогодний конкурс. Посмотрите, какие у нас есть открыточки. Вот такие с Дедом Морозами. Кто хочет эту открыточку, предлагаем участие в конкурсе. Что для этого нужно сделать? Первое. Подписаться на канал Keeper Family Vlog. Поставить лайк этому видео. И написать в комментариях, что я хочу... открытку. Да. Да? Хочу открытку. И тогда в любую точку мира мы отправим эти открыточки. У нас есть 3 открыточки. Мы каждому комментарию «хочу открытку» присвоим номер. И с помощью генератора случайных чисел выберем 3 победителей. И обязательно отправим эту открытку. Пожалуйста, приглашайте своих друзей подписаться на канал и... участвовать в этом конкурсе. И тогда вам с Кипра придет вот такая новогодняя открыточка.